Столица Приморья Владивосток и белорусский город Брест станут побратимами. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяка во время рабочей встречи с руководством Брестского областного исполнительного комитета. По словам главы региона, Брест для Владивостока – родственный город. Он расположен на западной границе союзного государства. Российская дальневосточная столица на восточном рубеже. Также территории объединяет наличие крупных крепостей – Владивостокской и Брестской. В проектировании обеих принимал участие крупнейший советский ученый, военный инженер Дмитрий Карбышев. Два форпоста, один на востоке и другой здесь на западе, имеют много общего, поэтому наши города сейчас будут подписывать соглашение, город Владивосток и город Брест. И мы предполагаем, что уровень вот культурного обмена, он с каждым годом будет возрастать. Для нас очень важно, чтобы поколение молодых ребят училось на подвиге, понимало, что такое война, понимало, что такое история нашей общей страны и союзное государство дает как мы все основания. Кроме того, губернатор Приморья Олег Кожемяка в рамках рабочей поездки в Республику Беларусь посетил брестское предприятие «Гефест-техника». Глава региона и представители компании обсудили, как сделать технику дешевле на приморском рынке. Основная продукция компании – газовые, газоэлектрические, электрические плиты, встраиваемая техника, воздухоочистители. Техника «Гефест» представлена в крупных торговых сетях края. Гости осмотрели мощности предприятия, побывали в цехах, вместе с руководством завода обсудили вопрос логистики для увеличение поставок продукции в наш край. Также Олег Кожемяка подчеркнул, что необходимо развивать торговые, экономические и гуманитарные отношения между Приморьем и Республикой Беларусь. Та продукция, которая сегодня здесь делается, те технологии современные, высокое качество изделий гарантирует и в дальнейшем наращивание этого сбыта на Дальнем Востоке, в частности, в Приморском крае. Конечно, здесь очень важно посмотреть на логистику, которая сегодня является пока сдерживающим фактором по отправке контейнеров с продукцией, по получению комплектующих частично, в том числе из Китая. Я думаю, что в этом есть пока еще нерешенный вопрос, который позволит увеличить объемы продаж, позволит быстрее доставлять эту продукцию в российские регионы, в частности на Дальний Восток, и более полноценно использовать контейнерные перевозки, которые идут в сторону Беларуси и обратно из Беларуси.